Хранитель 1, Браво 07. Вы на месте? На подходе. У нас тут вертушка. Это генерал Гарбрани. Очень вовремя. Поднимайся туда и посмотри, что он забыл в этой дыре. Смотрю. Что видишь? Пехоту, технику и разное железо. Все российское. Какого черта русские связались с Гарбрани? Они продают иранцам оружие. День один, ты слышал? Так точно. Двух зайцев одним выстрелом. Прежде чем начинать, надо убедиться, что Гарбрани там. Гоуст, можешь опознать генерала? Охрана сопровождает одного человека. Русские явно ему рады. Больше не порадуются. Вижу генерала Гарбрани. Принято. Внимание, цель подтверждена. Тень один, пуск разрешаю. Принято, главный. Коуф, ты находишься слишком близко к цели. Тебя может зацепить. Понял, учту. Пускайте. Внимание всем, это тень один. Ракета полностью готова к запуску. Ждите сигнала. Координаты есть, цель указана. 2, 1. Пуск! Ракета пошла! Точно в лузу, так держать. Есть, пожалуйста. Приготовиться. Машине через 3, 2, запуск. Твою ж мать. Попадание. Цель уничтожена. Войдите. Ласвелл. Генерал Шепард. Какой знакомый взгляд. Что, война? Вы бы первым узнали, сэр. Да, не спорю. Говорите. Появились сведения о заместителе Гарбрани. Гассан Зияни. Аль-Кудс, майор. Теперь Иран, его сектор. Поставщик террористов? Да, это он снабжает их всем. Какой шустрый. Он очень опасен. Смерть Гарбрани дала ему повод. Он что-то замышляет. Но его не достать в Иране. В Иране его нет. Он в горячей точке в Аль-Мазре. И какого черта он делает в Аль-Мазре? Есть только один способ узнать. Но будем брать. Когда? Да хоть бы и сейчас. Кого отправим? Выйдем через 5 минут. Понял. Морпехи уже грузятся. Вы с сержантом возглавите операцию. Что за сержант? Толк Макдавиш. Ну что, возьмем гаденыша, а? Давай, загружайся. Твою ж мать. Гоуст, на связи? Да, сэр. Есть проблема? Никак нет. Отбой. Авиация наносит удары по окраине Аль-Мазры. Разведка засекла крупную группировку Аль-Каталы в долине. Похоже, они что-то защищают. Сообщают, что боевики охраняют 3 постройки. Возможно, в одной из них майор Гассан. Ночью Гоуст и Соуп возглавят операцию по ликвидации или захвату Гассана. 2 группы высадятся с одного борта в разных точках на границе района цели. Группа Браво защищает здание 1 и 2. Группа Альфа берет здание 3. Огонь на поражение разрешен. Но мы все же хотели бы допросить Гассана. Учтите, майор Гассан важен для Аль-Каталы. Его будут защищать любой ценой. Доброй охоты. Круто.
Группа «Браво» на выход. Группа «Альфа» высадится позже. Встречайтесь посередине. Помните, Гасан интересует нас живым. Но если что, можете его убрать. Давай, Сол. Бритва 1, «Браво» на земле. Идем на вторую площадку. Бритва 1 в захвате, мы на виду. Берегись! Ракеты! Черт, пронесло. Вторая ракета! Бритва 1 падает! Мы падаем! Альфа, что у вас? Альфа, как слышно? Браво! Альфа, не мобильно! Есть 300-е! Мы под обстрелом! Гост, надо прикрыть место падения. Мы на виду. Берегись! Ракеты! Черт, пронесло. Вторая ракета! Бритва 1 падает! Мы падаем! А что у вас? Альфа, как слышно? Браво! Альфа, не мобильно! Есть 300-е! Мы под обстрелом! Альфа, идем к зданию 1. Держитесь. Гост, надо прикрыть место падения. Сперва займемся Гасаном и отвлечем их от Альфы. Потом идем к вертушке. Ясно? Вас понял. Вперед! Прорывайтесь к дому. Выбиваем. Зачищаем. Браво! По вертолету бьют из РПГ! Второе здание, второй этаж! Альфа, берем здание 2. Держитесь там. Семь один. Заходим. Не стреляй в меня, сука! Они здесь. Я ранен! Один в коридоре. Гост, РПГ убрал. Здание 2 под контролем. Понял, идем к вертушке.
Ты там цел? Броня выдержала. Эти уроды сбили Альфу. Ага. Пора идти к месту падения. Соуп, мы идем к вертушке помогать раненым. Остальные стоят здесь и прикрывают. Понял. Альфа-02, это Браво-07. Второе здание есть, идем к вам. Альфа, принято! Приготовиться. Алькатала уже нас ждет. Свои, свои! Черт, рад вас видеть. У нас 5 убит и 1 ранен. Ствол только у меня, патронов мало. Помоги мне. Не сейчас. Они здесь. Целься по тем деревьям. Сможешь попасть, стреляй. В атаку! Стрелки у стены! Есть, лейтенант! Они подходят. Поднимай пушку. Готов. Они подходят. Чисто? Пока да. Следи за той рощей. Они там еще бегают. 7-6, вызывай авиацию. Пусть отработают по тем деревьям. Да, сейчас. 07, подлетная 3 минуты. Вас понял. Ждем авиацию. Эй, там в роще дым. Не вижу цели. Ни черта не вижу. Берегись! Укрытие! Пошли гранаты! Крампе! Смотри за дело! Раненый! Продолжай стрелять! Осталось немного! Добивай! Тихо. Ты как, Соуп? Нормально. 2-3 зацепило. Он умер. 7-2, ты нужен здесь. Понял. Иду. Гоуст, надо отходить к дому. Нет. Зачищаем все и идем дальше. Если Гасан еще здесь, то он где-то впереди. 7-6, дай связь с авиаподдержкой. Есть. Сейчас. 7 главный, это Кило-01. Огонь рядом с нами. Кило-01, работайте по целям перед нашей позицией. О нас не беспокойтесь. Понял. Черт, что делать? Лейтенант, у нас тут бронетехника. 4 штуки. Пока
пока не стрелять. Подпустим поближе. Вот и они. Ждите команды. Готовься. Гаси! Вот и авиация! Шесть. Вызывай санитарный борт. Есть. Собирайтесь. Гасан еще не пойман. Ага. Пошли искать урода. Альфа, пойдешь с нами. Есть, лейтенант. Вперед. Эти падлы сделали из нас приманку, да? Экипированы хорошо. Воюют грамотно. Спасибо Гасану. Ага. Похоже, ты был прав. Здесь? Падение вертушки — шанс для них. Увидим, используют ли они его. Вижу здание 3. Это наша цель. Гасан может быть там. Ложись! Суп, уходи оттуда! Суп, сними стрелка. Остальным залечь и ждать. Сержант, займись снайпером. Кто ранен? 7-5 ранен. Остальным залечь и ждать. Сержант, займись снайпером. Сержант, уходи. Кто ранен? 7-5 ранен. Как эти сволочи нас видят? Снайпер убит. У них ночники. Мы тут как на ладони. Там еще снайперы. Займись ими. Пригнись! Мактавиш, переместись! Видишь его? Суп, уходи оттуда! Один есть! Отличный выстрел! Суп, прикрывай! Остальные марш! Они дерутся как свиньи! Займись ими. Мактавиш, переместись. Пригнись. Один есть. Отличный выстрел. Соу, прикрывай. Остальные марш. Они дерутся, как звери. Если Гасан... Займись ими. Один есть! Отличный выстрел. Солд, прикрывай. Остальные марш. Они дерутся, как звери. Если Гасан не здесь, то где он, черт возьми? Нас всех перебьют!
Без поддержки с воздуха нам не пройти! 7-6, пусть отработают по тому зданию! Голст, мы даже не знаем, там ли Гасан! А куда деваться? 7-6, пусть ударят, но не сносят! Кило 0-1, вызываю огонь! Взять здание перед нами! Повредить его не можем! 7-6, понял, начинаю заход! Собираемся у той стены! Марш! Кто-то видел? Гасана нет. Никак нет. Объект не найден. Гасан не обнаружен. Прикрываю. Один есть. Смертник убит! Иду, первый этаж. Поднимаюсь на второй. Продвигаюсь на второй. Сан повсюду. Вот только не здесь. Готов. Так, парни, тут полно этих засранцев. Минус один. Он был здесь. Это же штаб, чертовы дери. Соу, посмотрись тут. Смотри, что тут можно накопать. Смотрите. Форма, как у Гасана. Значит, он здесь был. Мы упустили его, пока занимались вертушкой. Хочешь сказать, мы не должны были им помогать? У всякого выбора есть последствия. Браво, внимание, у нас тут движение. Иду. Браво, собираемся снаружи. Если Гасан удрал, какого хрена они защищают? Надо выяснить. Что тут? Склад. Ворота открыты. Внутри какой-то шум. Понял, зачищаем. Контакт!
чисто. Все чисто. Проверить. Узнаем, что они прятали. У Алькатала тут куча всякого дерьма. Про этот склад не было данных. Что еще за хрень? Тут написано. Ну, охренеть. Баллистические ракеты. Пусковая установка. Бьет на 1000 миль. Не меньше. Твою мать, откуда в Иране такое? 7-6. Свяжи меня с Ласвал. Есть, сейчас. Браво 7-6, Чарли. Хранителю один, прием. Хранитель один на связи. Ласвал, это Гоуст. Кое-что есть. Надеюсь, это Гасан. Гоуст. Ты глянь. Гоуст, Гасан у вас? Никак нет. Тут оружейный склад. У Гасана есть ракеты. Они из Америки. 07, это Золотой Орел. Повторите, что вы там... Повторяю. У Гасана американские ракеты. Так, все на выход. Вперед! Что непонятно-то? Иран заполучил американские ракеты. Американские ракеты у Алькаталы. Гассан раздает всем наши баллистические ракеты, как праздничные хлопушки, а мы не в курсе? Иран это правдоподобно отрицает. Ясен хрен, Иран правдоподобно отрицает, но это они. Я хочу знать, сколько у них ракет и куда они их запустят. Возможно, Гассан работает с контрабандистами. Ну тогда я очень рекомендую вам узнать, с кем конкретно. Дайте моей команде 2 часа на эти ракеты. И мы узнаем, кто на них хоть раз взглянул. Нет, ракеты уничтожить. Но, генерал, там могут быть важные данные. Это явно ошибка разведки, Ласвелл. Ошибок тактики нам не нужно. К рассвету там нарисуется 500 вражеских солдат. Мы не можем ждать, и мне неинтересно любое другое мнение. Золотой Орел вызывает Гоуста. Выдвигайтесь, нам необходимо избавиться от этих ракет. И поскорее. Вас понял, главный. Амстердам. Что Амстердам? Амстердам-то тут при чем? Центр контрабанды. Порты, каналы, и там у Ирана друзья. У нас тоже. Кто? Капитан. Сейчас он там выслеживает ячейку Алькаталы. Ну что ж, первая хорошая новость сегодня. Я займусь этим делом и свяжусь с ним. Кейт Ласвелл снова в деле? Это надежней. Ошибиться нельзя. Полностью согласен. Кейт, мне нужен Гассан на блюдечке с голубой каемочкой. А пока никому ни слова. Безусловно, сэр. Расчетное время. Меньше часа. Где вы сейчас? Каналы. Под мостом. Следим за катером. Там контейнер с ракетами? Нет. Не на этом. Надеюсь, он приведет нас к цели. Свяжемся. Газ. Готов. Порядок. Тогда за ним. Ласвелл, мы на месте. Принято. Что у вас? Алькатала загружает баржу. Вот задача. Узнайте, с кем они работают. Есть. Охрана по периметру. Ага, в порту охрана Алькаталы. Уберите их, чтобы попасть на баржу. Давайте к делу. Отбой. Так, разделимся. Я беру периметр. Ты зачищаешь порт. Только тихо. В
Встретимся на барже. Есть. Иду за вами. Я наверху. Не задерживайся там. Капитан, я взял пушку. Осторожней с ней. Блин, один есть. Работай дальше. Газ, сделай что-нибудь с катером. Постарайся убрать. Один, браво. Докладывайте. Продвигаемся к барже. Топим Алькаталу в море. Идите туда как можно скорее. У нас мало времени, Джон. Газ, ты в порядке? Отлично, шеф. Чтобы никого не осталось.
Убрал охранника. Красиво. Назад одного ты пропустил. Здесь должны остаться только мы с тобой. Вернись, не оставляй никого. Если кто-то уцелеет, он сможет вернуться и ударить нам в тыл. Один есть. Продолжай. Этот есть. Отлично, Газ. Одного ты пропустил. Закончи с ним. Один есть. Работай дальше. Газ, я у баржи. Подходи как сможешь, но не делай глупостей. Чисто. Я здесь, сержант. Вход заперт. Со мной. Ласвелл, мы идем на борт. Ясно. Доложите, что там. Есть. Все. Слушай. Испанский. Похоже на то. Готов? Как всегда. Смотри, Лас-Альмас, мексиканцы. Они что тут забыли? Ласвелл, иранцы наняли картель. Название, Джон. Лас-Альмас. Гасан ведет дела с картелями. Секунду. Они что тут забыли? Ласвелл, иранцы наняли картель. Название, Джон. Лас-Альмас. Гасан ведет дела с картелями. Секунду. Торговцы. Опять картель. Чисто. Это его. Бери. Картель встречается с Алькаталой. Ласвелл, найди кафе «Грахт». Что-то намечается. Когда? Через час. Шесть, хранителю один. Я у кафе. Двое за столиком от меня на четыре. Один из картеля, второй иранец. Как мило. И что они делают? Проводят платеж. Электронный? Так точно. Они за что-то платят картелю. Узнай, за что. Охрана? Несколько бойцов. Я разберусь. Оставь и мне кого-нибудь. Понял. Иду к тебе.
Шприц. Яд? Снотворный, вырубит моментально. Штучки ЦРУ? Да, у нас так. Кольни охранников и иди к другу из картеля. А ты? Отход. Сигналь. Понял. 06. Доклад. Обсуждают график. Когда они отправляются? Сегодня ночью. Держи контакт. Нам нужно знать, что они везут и куда. Понял. Похоже, что мост перекрыт картелем. За работу, сержант. Иди к мосту, Газ. Здесь бойцы картеля. Стоп. Два бойца картеля в конце моста. Вижу цель. Не доставать оружие. Посмотрим, не разделятся ли они. Так, один уходит. Идет ко мне. Я за ним. Мне тот, что у моста. Иду. Полегче, приятель. Слишком, да? Убрал охранника. Мост расчищен. Отлично. Давай ко мне. Хранитель один. Груз – одна важная персона. Пункт назначения США. Кто Джон? Майор Гассан Зияни. Проклятье. Значит, он в Мексике. Значит, у нас еще есть время его остановить. Нам нужно поболтать с нашим приятелем из картеля. Если Гассан с ракетой подберется к США, будет много жертв. Каков план? У него куча охраны. Мы не проводили разведку. Охранников может быть больше. У нас нет времени на зачистку, Джон. Так, надо их отвлечь. У меня кое-что есть. Встречаемся в кафе, Газ. Газ, ты слишком близко к объекту. Отойди подальше. Держи. Что, черт возьми, это такое? Отвлекающая граната. Должно сработать. Возвращайся к Ласвеллу. Мы начинаем. В переулок. Картель повезет его, когда начнется паника. И вот тут вмешаюсь я. Жду тебя, Газ. Сейчас будет... Газ, на подходе охрана. Бери одного, я беру второго. Okay. Есть. С охраной разобрались. Иду к вам, капитан. Быстрее. Я подготовлю эвакуацию. Встретимся на мосту. Я иду. Заткнись. Иди за мной. Хранитель один, груз у нас. Иду к тебе. Ясно. Готовлю эвакуацию. Встретимся на мосту. Я иду. Заткнись. Иди за мной. Хранитель один, груз у нас. Иду к тебе. Ясно. Подготовлю эвакуацию. Встретимся на мосту. Я иду. Заткнись. Иди за мной. Хранитель один, груз у нас. Иду к тебе. Ясно. Подготовлю эвакуацию. Встретимся на мосту. Я иду. Заткнись. Иди за мной. Хранитель один, груз у нас. Иду к тебе. Ясно. Они сзади! Прикрой, сержант!
Хранитель один, мы под обстрелом. Трое противников к югу. Чисто. Газ, готовь шприц. Кали. Бери его. Хранитель, нам пора. Принято, буду. Грузи. Молодец. И ты. Наша задача – перехватить Гасана. Давай разбудим и поболтаем. Он заговорит? Я умею убеждать. Полковник Варгас. Начальник Ласвал. Ого, мы позвали. Видать, все серьезно. Очень. Алехандро, нужна помощь. Слушаю. Картель Лас-Альмас хочет провести через границу иранского террориста. Ласвал, через южную границу террористы не ходят. Да, и они знают, что мы это знаем. Потому и выбрали такой маршрут. Ты должен им помешать. Кто объект? Майор Гасан Зияни. Понял. Когда? Этой ночью. Подключилась к дрону-разведчику. Наку, наблюдаю. Алехандро, у тебя движение. Мигранты к воде, пограничники их ловят. Это картель решил вас отвлечь, чтобы под шумок вывести Гасана. Понял. А где же ФБР? В часе отсюда. Сейчас есть только вы. Ясно. Рудольфо, мигранты нас просто отвлекают. Объект уходит от нас. Его могли перевести через реку на лодке. Давайте поищем. Давайте. Мы работаем. Алехандро, не пускай Гасана за границу. Так точно. Отбой. Пересечет границу, и мы будем бессильны. Нужно не допустить этого. Мира, полковник, там. На севере. Это их лодка. Тормози. Воды из кучи. Картель торопится вывести Гасана. Мы еще можем перекрыть.